Всем привет! Привет! Вы на канале Мысля Геймица. Батя и сын. Меня зовут Эдгар. Меня зовут Эдвин. И мы с Эдвином сегодня будем распаковывать такой вот гаджет, который записывает... разные игры. Да, игры с экрана. Это приспособление для того, чтобы, когда вы играете PlayStation 3, там, 4, или Xbox, или еще какой-то, да, на телевизоре, то все, что происходит на телеке, будет записано на компьютер. Называется это все дело Elgato, Elgato HD60. Вот такая вот коробочка. Это дело к нам прибыло с Америки. У меня там брат живет. И вот он прислал подарочек Эдвину. Так что сейчас будем распаковывать и смотреть, что там внутри. Че, Эдвин, давай, начинай, распаковываем. Па-ба-ба-бам! Так-так-так, только не царапай, братуха. Аккуратненько. Давай. Все, можешь открывать. Вот тут, смотрите, PS4, Xbox One и Wii U. Вот Wii U я не знаю, вот эти два я знаю. Вот, смотрите. Так, медленно. Такой штуки в России нету. Может быть, это только у нас в данный момент, и мы это очень рады. Получается, открывается как книжечка, упаковка прикольная. Нужно будет ее сохранить, все блестит. Так, это все дело убираем подальше. Так, па-ба-ба-бам! Покажи, как это все дело расположено. Вот, тут сама вот эта штука, которая записывает, а там уже всякие провода. Давай дальше открывай. Сейчас, подожди, я камеру возьму. Угу. Будем записывать получше. Ты будешь показывать. Так. Вот мы открываем, собственно говоря, нашу большую такую. Так, что тут есть? Подожди, это не рви. Что значит есть? Собственно говоря, присоединяется к этому, к разным PlayStation, разве это? Сейчас, подожди, это USB кабель. Так, давайте распакуем. Открой. Ножичком открой. Пока Эдвин открывает, я покажу, что тут есть. Тут получается USB провод и HDMI провод идет. И это хорошо. Так, давай посмотрим провод, что тут есть. Вот такие вот входа, получается, с этой стороны USB, с другой вот такой вот ход. Ну, я думаю, это стандартные входы. Также тут идет наклеечка Elgato Gaming. Вот сейчас я даже фотографию сделаю. Применяется, естественно, это больше для Ютуба. Ну, тут Facebook, Twitter. Также можно делать всякие стримы в хорошем качестве. Twitch. Вот еще одна. Так, еще одна, ну-ка. Вот. Собственно, сзади PlayStation есть такая маленькая дырочка, которая подходит к этому. Это называется HDMI. С двух сторон получается вот HDMI. Так, ну и получается два провода здесь. И сам большой такой. Но он небольшой, положи на ладонь, покажем какой.
пониже сделай так, примерно, чтобы... Вот смотрите, вот у меня ладонь побольше, вот примерно такая штука. Здесь идет HDMI вход и USB. О, это для подключения второго провода. Такой вот приятный на ощупь, округление. Гладкий. Гладкое, да. Очень красиво. Надо сделать фотку, это все дело потом выложить. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Приспособление. Видите, как сверкает, мигает. Ну, в общем, с двух сторон HDMI идет. Тут можно подключить. Давай попробуем. Проводочек аккуратно только. Вот. Вот идет HDMI. И вот этот провод подключается вот сюда. Давай. Примерно вот так вот выглядит все это дело. А, еще вот тут вот? Да, но тут уже идет, получается, здесь переход на PlayStation. Одна часть будет подключаться к ноутбуку или к компьютеру. Ну, в данный момент, может быть, даже к Mac'у. Вот этому. Да. Одну часть подключаем к компьютеру, другую подключаем... К PlayStation 4. Да, к PlayStation'у. В этом процессе мы еще будем с Эдвином разбираться, как это все работает. Ну и в другом видео покажем, как мы подключили и как происходит процесс записи. Так что поздравьте нас с этим подарочком обалденным. В особенности Эдвина поздравляем. Насколько ты рад, братуха? Мне все понравилось. Все, ништяк, прикольно, компактно, удобно. Качество хорошее. Да. HDS. HD60. Как бы вся комплектация. Так, вроде там ничего больше в этой коробочке нету. Это уже... Все, там уже пусто. Да. Ну все. Вот эта штука на сайте. Вы можете вот посмотреть. Стоит она $179. Так что заказывайте себе такой аппарат. Даже не убираю его. Вот такой вот аппаратик. Сейчас мы будем записывать с Эдвином игры и выкладывать на наш канал. Мысли от геймица. Подписываемся на наш канал. Ставьте лайки и комментируйте. Всем пока! Всем пока!